Одна из самых главных причин алкоголизма, алкоголизации населения – это его доступность. Вы представьте, если бы гранаты боевые продавались в магазине так же, как алкоголь, если бы все могли его купить с 18 лет. А те, кто младше 18, они просили дяденьку, который старше их: «Дяденька, купи, пожалуйста, гранату». Вы только представьте, что бы было. Представьте себе это. Можете такое представить? Что бы началось, если бы гранаты продавались так же, как алкоголь?